Приветствую, дамы и господа, и добро пожаловать на канал Fan Games. Сегодня, как вы уже поняли, мы продолжаем проходить Last of Us на платину. И я вот смотрю, несмотря на то, что мы в прошлый раз предметы здесь позабирали, сейф сработал таким образом, что предметы здесь все равно лежат. Ну, в этом нет ничего страшного, сейчас мы все заберем. Детали. Окей. Ну, погнали дальше. Глянь на рукав. Цикады. Да. Похоже, дела у них и тут хреново. Надеюсь, у Капитолия нас все-таки... Получаем первый коктейль Молотова. Встретят. Вполне может пригодиться в этой локации, если у меня вдруг не получится по стелсу пройти. Все как полагается. Так. Очередной артефакт. Карта цикад. Интересно, что-нибудь на ней можно увидеть? Ну, как бы да, похоже на карту. Но, наверное, по факту ничего на ней... А! Тут ориентир на Элли, судя по всему. Из карантинной зоны. Видишь, это не наши. Так. Здесь, насколько я могу помнить, ничего уже такого интересненького нет, поэтому двигаемся дальше. Вот, вон там, это место. Черт. Мы почти у выхода. Ладно, Джоэл, ты вперед, я прикрою. Элли, держись рядом, не отставай ни на шаг. Не зевай. Понял. Так, здесь у нас сложно. Да что ж такое? Будем двигаться тихо, это я понял. Хотел сказать, что здесь сложность в том, что надо не только прокрасться тихо, но еще и Но еще и позабирать предметы. Вот. Меня всегда это удивляло, то что щелкуны агрятся на Джоэла, ну то есть на меня. На основе персонажа вообще там за километр, а остальные, кто со мной бегают, хоть бы хны, они могут что угодно делать. Так, он возвращается, что ли? Ладненько, аккуратно. Давай, мы, дружище, тебя туда согреем. Ой-ой-ой, я вот... Этого чувака второго я вообще не хотел агрить, конечно. Это зря получилось так. Может, удастся аккуратно пройти? Пока никто ничего не видел. Элли, мешаешь, блин. Так, ну ладно, неплохо. До сюда мы добрались. Здесь, по-моему, у нас будет шифр от сейфа. Да. Сам сейф открыть будет нельзя без этого шифра. Собственно, во-первых, шифр от сейфа уже является артефактом, который нам необходим для получения трофея. А в самом сейфе будут всякие плюшки, если не ошибаюсь, там будет много деталей для улучшения оружия. Вот, записка... Дереку, по-моему, она и содержит шифр от сейфа. Да, все верно. Ну что ж, погнали теперь к самому сейфу. Блин, столько всего блестящего здесь валяется, а ничего собрать не могу. Как-то я слишком аккуратно играю, что ли? Ну ничего. Ой, ускорился немножко. При прохождении на тяжелом уровне сложности все эти навыки аккуратной игры не очень пригодятся. Так, а как бы нам туда побыстрее добраться? Может быть, попробуем прислушаться? Опа, товарищ, ты идёт сюда. Можно аккуратненько, тихонечко подвигаться вперед. Уа. Я, честно говоря, прям на 100% не помню, где здесь выход. Куда нужно идти сейчас? Поэтому просто будем двигаться очень тихо и аккуратно.
Ох, блин. Напугала меня, Тесс. А, вон, кстати, выход. Хорошо. Значит, я двигаюсь правильно. Сейчас мы будем пробираться к сейфу. Так, давайте прислушаемся. Раз, два. Ну, остальные далеко, не помешают. Ладно, пробуем просто аккуратно пройти туда сначала. Да, бывают даже такие забавные ситуации, когда ты аккуратненько рядом с щелкуном проползаешь, а Элли просто бежит около него прям перед самым носом. А ему хоть бы хны. Блин, такие вот звуки, я еще играю в наушниках, и прям чувствую, что где-то за спиной этот вот щелкун. Фух, это было очень опасно, ребят. Просто жесть. Может быть, пользуемся этой штукой. Пробуем сделать так. Не докинули, не докинули, понятно. Просто не знаю, должно сработать, наверное, да? О, классно, классно. Здорово, великолепно. Блин, жаль, не все сгорели. Так, стоп. Я могу уже крафтить, да, по-моему, теперь эти штуки? О, хорошо. Ну, в принципе, сойдет. Если что, я потом сделаю так еще раз просто. А, нужно взять кирпич. Где он? Чтобы бутылки закончились обычные. Так, ну не все, в принципе, далеко. Можно, думаю, выбираться. Очень крутая штука, на самом деле, избавление от щелкунов. Я даже не знал, что сработает настолько эффективно. Просто бросаешь бутылку, они на звук на нее агрятся и умирают. Круто. Так. А, вот и сейф. Деталей. Круто. Ну, да, это стоило того определенно. Что здесь? Патроны. Да, возьми что их на револьвер. Угу. Так, что там еще валяется? Там просто бутылка, судя по всему. Ну ладно, значит, нужно возвращаться. Так, щелкун он с той стороны, думаю, он не перелезет, если его не агрить. Или в него коктейлем или поберечь. Ладно, думаю, мы сможем пробраться аккуратно. Кинуть всегда можно. Ох уж эти звуки, как же крипово играть в наушниках. Так, ну ничего, вроде бы пока что не спалили. Так, что здесь? Бутылка. Здесь, насколько я помню, ничего важного нет. Да и вообще, в принципе, ничего нет. Ну ладно, здесь, по крайней мере, что можно переждать. Так, теперь у нас задача максимум. Нужно как-нибудь того щелкуна сагрить, убрать его оттуда. Так, возьмем кирпич. Как мы это сделаем? Очень аккуратно встать рядом с ним, попробовать. И да ее просто шмальнуть кто-нибудь вон туда. Угу. Хорошо.
Неплохо, неплохо. Так, здесь, по-моему, да? Тут, слева. Что слева-то? Слушайте, ну мне нужно лестницу туда как-то. Блин, опасные ребята. Не-не-не, давайте мы... Ладно, у нас треугольник. Пошло. Что? А, все. Просто я нажимал на него, он почему-то не срабатывал до этого. Блин, конечно, жалковато немножко ресурсов. Ну ладно, ничего, мы, в принципе, еще понаходим. Ладно, неплохо, неплохо. Так. Окей. Офигеть! Куда мы попадаем? Мы пошли! Вы целы? Да. Нам пора. А вы крутые ребята. Просто везение. И оно на исходе. Что-то я засмотрелся немножко. Так, ладно. Давай, Джоэл, старый дед. Поднимайся уже. Побежали. Так, окей. И куда нам, Тесс? Опа, ребятушки, хорошо. Капитолий в той стороне. Какой? Ясно. Нам нужно, наверное... Как нам перелезть грузовик? Понятно, придется чистить их за замоков. Там, по-моему, что-то есть, что, на что можно залезть. Капец. Интересно, как-нибудь бесшумно получится убить? В принципе, это не щелкуны, если что, мы их и так раскидаем. Но попробуем по стелсу аккуратно. Всегда это тоже улыбало, то что остальные не агрятся. Так, наверное, нужно стоит обойти с другой стороны. Там, по-моему, был еще один вход, если я не ошибаюсь. А, Тесс тут спокойно шарится, что-то рассматривает. Да блин, Тесс! Только сказал, что спокойно шарится, начала что-то паниковать. Так. Так. И чё, почему? Слух, что ли, так мало берет? Эй, алло, а где зомбаки? Офигеть, почему я слухом-то не вижу их? Что за бред? Ну ладно. Тут же еще один был, да? Куда он делся? Блин, или я что-то путаю, ребят? Да нет. Ну, было их три. Идиотизм, ладно, хорошо. Два так два. Собираем всяких ништячков. Может быть, кто-то согрелся на улицу и выбежал? Алло! Я чуть не упоролся в него. Да не было же его тут. Офигеть. Игра, ты прикалываешься, да? Ну сейчас-то хоть я слухом... Нет, не вижу его слухом. Как так может быть? О! Ну неплохо, ладно. Да, вы это видели? Порядок. Просто не было их видно. Недавно заразились. Возник ниоткуда. Блин. Только что стали зомби. Бред. Ну ладно. Значит, их тут главное, много. Что все хорошо. Пора валить. Чего тут мешает мне? Окей. Фуф, я немножко аж обалдел, конечно, когда чуть не упоролся в него носом. Так. Залезайте. Упс. Что у нас здесь? Здесь должен быть какой-то ништячок. Артефакт, да? Yes. Ну, дубинка у меня, в принципе, и так полная, ее менять нет смысла. Хорошо.
Джоэл, сюда. Что у нас тут? Может, тут срежем? В прошлый раз вышла охранительная. Молчу. Что, я не слышу? Быстрее. Они близко. Знаю. Так, хорошо, вперед. Так. Вау. Я, конечно, не забыл про все эти мелочи. У тебя что-то на ноге. Жесть. Фуф, я аж как-то напряжненько. Так, опять фонарик. Теперь надо найти выход отсюда. Давайте осмотримся здесь. По-моему, что-то, что-то прикольненькое должно быть. Не артефакт, значит, точно. У тебя иммунитет? Ну, о, верстак. Да. Классно, есть верстак. А как тебя укусили? Где-то видно, чтобы вы напали. Так, какие-нибудь... Ну, деталей тут тоже, по-моему, нет. Но, может быть, какие-нибудь предметы для крафта здесь будут. Это что такое? Блин, издалека блестело, по факту подходишь, ничего нет. Полностью закрыт проход. Как ты туда попала? Потихоньку. Короче, там оказался один такой, как вы говорите, бегун. Он меня укусил. Вот и все. Ясно. Ладно, давайте посмотрим, что мы здесь можем делать на верстаке. Пистолет. Емкость магазина определена, потому что уже сейчас 20 максимальная. А, да, чтобы качать дальше, нужны будут инструменты для улучшения. Скорость перезарядки. Да, можно, в принципе, все сделать. Скорострельность. Окей. Револьверчик. Кобуру, кстати, вот эти вот оружейные чехлы для второго пистолета, для длинноствольного. Их для трофея, если я не ошибаюсь, а я редко ошибаюсь в этих вещах, их создавать не надо. То есть необходимо лишь только улучшать само оружие. Ок, неплохо. Другое дело. В принципе, да, другое дело. Стоп. Пистолет. А, ну, понятно, у него пока что 20, потому что патроны мы еще не находили. Ну, ладно. Погнали дальше. Здесь надо перезарядиться сразу. Чтобы чувствовать себя увереннее. Так. Дверки всякие разные. Значит, что-то здесь может быть. О, всякие предметы, хорошо. Угу. Так, если не ошибаюсь, это тут у нас, собственно, тот был самый проход второй. Ну да, здесь, в общем-то, сквозной проход, так сказать. Окей. По-моему, здесь все. Да? Нет? По-моему, все. Хорошо. О, черт! Простите, я случайно. Что случилось? Извините. А, разбила вазу. Давай. Почему-то даже звука не было. Так, здесь сейчас сразу, по-моему, сможем достать медальон цикад. Не знаю почему, но почему-то мне хочется все время их называть амулетами цикад, а не медальонами. Хорошо. О, я вспомнил, что здесь будет дальше. Снова немножко стелса. Здесь. Что здесь было? Сразу. Некоторым вещам тут сотни лет. Правда? Ух ты. Так, нет места. А что? Что такое? Что мы можем создать? Нож мы не можем сделать. Блин.
Ну, плохо. Максимальное количество нам ножей. Ну ладно. А, это, по-моему, уже проход туда дальше. Тогда стоп, тогда рано. А, ну тут, собственно, больше никуда и не пройдешь, да? Судя по всему. Ладненько. Уф, ну тогда погнали дальше стелсить. Сейчас пригнитесь. Ну, пошли, пошли! Джоэл! Я жив. Я обойду завал. Опять они! Тесс! Бегом! Бегом! Здесь была совсем короткая катсцена, я тоже врезать ее не стану. Интересно, все ли тут щелкуны, или есть какие-то другие зомбаки? Я, честно говоря, не помню, остальные зомбаки, кроме щелкунов, они агрятся на свет или нет? Так, наверное... Опа, ни кирпича, ничего нет. Слушайте, может, что-то здесь есть? Какую-нибудь бутылку или кирпич по-любому нужно найти. Сейчас без них будет сложно. Блин, а нифига нет, слушайте. Как-то я все потратил и не подумал о том, что нужно взять. Блин, забыл совсем. Ладно, попробуем так, как есть. Черт. Он этот уперся. Там вдалеке я пока никого не вижу. А, ходит там. Сучка. Я успею аккуратненько сюда. Давай. Да не шепчи ты так. Он сам усыкан становится. Черт. Напряжненько, ребят, серьезно. Я просто такой стелс-мастер, что для меня это все очень жестко. Так, зато у нас есть бутылка. Садиться мы на нее, конечно же, не будем, но мы ее используем в бою. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Может, какие-нибудь потрошки, детальки, предметы для крафта. А, опять ножницы. А, ну, я, собственно, понимаю, для чего здесь ножницы. Здесь сейчас будет закрытая дверь. На случай, если у кого-то нет ножа, можно будет его скрафтить. Так, а где дверь? Вот она. Супер. А еще 25 деталей. Просто шикарно. И все, что ли? А ну вон там еще какие-то предметы для крафта. Потрошки. О, вообще неплохо, неплохо. Так, окей. Вот идти в ту часть локации, в принципе, бессмысленно. Насколько я могу помнить, там... Блин, ничего нет, хотел сказать. А, как тебя отсюда спровадить, дружище? Может, как-нибудь... Блин, хотел кинуть мимо него, а по факту кинул в него. Хреново. Очень хреново. Возьмем еще одну бутылку. Мне нужно его от двери, блин, от той как-нибудь отманить. Ай, фонарик. Да, он уперся. А он уперся, кстати. Ну и хорошо. Все случилось даже лучше, чем я предполагал. Все, наверное, мы тут грустненько проходим. И никто уже не сагрится. Я надеюсь. Так, ну тут внизу, по-моему, тоже ничего нет. Угу, ничего. Так, вернем себе ствол. 22 патрона теперь было 20, стало 22.
В магазине, имею в виду. А, ну в смысле, мы в принципе с собой можем носить 22 патрона, да, все верно. Не намного больше, конечно, ну ладно. Я там слышу какую-то дичь. А, понятно, человек долбится. Неплохо. Может быть, где-то аптечки есть, чтобы не тратить наши запасы. Так, есть кирпич. А, в принципе, у меня бутылка была, ну ладно, пусть будет кирпич. Так, оттуда мы пришли. Так, то, походу, все-таки придется аптечку тратить, да? Ладно, ничего страшного. Так, здесь у нас сейчас будет два диалога. Тесс, с тобой все в порядке? Запыхалась просто. Сюда, пройдем на крышу. Так, кстати, я уже совсем забыл, сколько там у нас статистики было их. Ну, по-моему, да, было 4 запертых дверей. 2, все верно. Следующий диалог. Ну, а ты как? Нормально? В каком смысле? Пока дышишь? Вроде да, только очень часто. Ничего, сойдет. Ну, тогда я нормально. Так, а теперь проверяем. 6 разговоров. Отлично, все засчиталось. Здорово, великолепно. Так, ну что, девчонка, ты вылазишь? Хорошо. А я могу здесь вылезти? Хорошо. Что-то просто не получилось. Видимо, пока там Эли стоял, он не хотел лезть. Так. А, обогнал. Нам на ту сторону. Наконец-то! Куда? На какую нам сторону? Туда! А, понял. Да, я понял, понял. Можете не подсказывать мне. Дощечку возьмем. Отойди. Прямо за поворотом. Марш! Ладно, не отставай. Так, давайте осмотримся. Здесь где-то должен быть артефакт. Где-то вот около лестницы, точно не помню где. Наверное, все-таки внизу. Так, здесь нет. Значит, еще ниже. Да, видимо, здесь. Угу, вот и оно. Смотри-ка! У него на руке символ цикад.
А что, если мы придем, а их всех убили? Всех не убьют. Но откуда ты знаешь? Просто знаю. Слушай, не волнуйся. Ладно. Уже вижу, что нужно делать, пока они там базарят. Так, перелезаем. Надо же. Финишная прямая. Так, давайте посмотрим. Но здесь тоже, если меня память не подводит, ничего нет. Зато где-то есть в воде вон там медальон цикад. Сейчас мы его заберем и, пожалуй, на этом серию и закончим. Ну, точнее, зайдем уже в само здание, как там в Капитолии, да, называется. Предупреждаю сразу, я не умею. Как в героях 3. Кажется, тут справа не глубоко. Других героев я просто в третьих уже особо ни в какие не играл. Хорошо, что Марлин выбрала вас. Ты это к чему? Я знаю, что вам за это заплатят. Но я пытаюсь сказать спасибо. Да не за что. Здесь должно быть, по-моему. Так, алло. Вот, есть. Отлично. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Я думаю, на этом мы сейчас будем с вами прощаться, пока персонаж добежит до Капитолия. Там будет катсцена, которую мы вырежем. Как всегда, не забывайте ставить лайки, если вам помогло или понравилось это видео. И до встречи в следующей серии.